идти серьезно, а потом помедленнее уже жиры. 1700, кажись, батареек. Мы на телефон аккумулятор на 5000, а тут 1700. То, конечно, телефоном можно снимать до хера, но качество картинки вечно мне не устраивает. Хочется, чтобы было приятно дивиться и вам, и мне, переглянуть на диване, на телевизоре, по телевизору. На оставшиеся праздники там тут пикнички устраивать весной, что там у нас на Пасху. Сухостоя до хера для костра. Да, если хочется кислородика хапануть, то можно тут кружок два проехать и нормально. Сейчас едем назад. Так, оцей подъемчик следующий. А вот этот, походу, вот этот подъем, кажись, це на Юровку, на простець можете выйти часть сектора. С полово, короче, пешком на Юровку. Так, там у нас місточок стрёмный. Назад поедем через церквушки, чтоб... Вау, какие тут канализейшн. Назад поедем через церквушки. Фу, а запах, ё-моё, откуда воно це тече? Короче, назад поедем через церквушки, чтобы побачить, как за остановки сюда пройти. Я не пойму, откуда це поверху тече, чи щось растає, чи канализейшн з церкви. Да. А хтось, короче, тут ще умудряється рибу ловить. Самоубийцы, короче, наверное. Жесть, вода. Вы ж бачите, какой колір. А тут весна, походу, трава росте. Блядь, щось прорвало. Якийсь коллектор прорвало, чи що, чи трубу. Так, ну окей. Это не наша специфика. С водоканалу надо проезжать, петлять. Так, 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 так. А, вроде сюда. Я потерялся. Летом я заезжаю даже. Не встаю с велосипеда. Ой. Сейчас нам не получится так. Ось домик кто-то выстроил, бабло походу закончилось и стоит. Ну, 2 года точно, вроде, без изменений. Зачем такую хорому было строить, чтобы ее потом не потянуть? Что я лесом поехал, бачите, какая тут дорога. Тут, короче, как дощи, все вымывает вот эти канавы. Короче, отстой. Фух, ёмать. Вымотаю себе, буду обалденно спать. Взял с собой водички, сейчас здесь паркунуться, то сюрбануть. Можно снег, по идее, похавать, как в детстве. Ну, тогда он был повкуснее и по... и не такой загрязненный.
когось на санках прет зимой, когось на велосипеде. Вон еще один бидон поехал на велику. Фу. Как раз наверху отдыхаюсь. Запоминайте дорогу, як пройти до ставка, до ліска. За цими секторами якраз остановка бібліотек. А ну, гляньте, паруватимуть за голову. Всім привіт. Пар йде. Якраз я по сезону пострижений, замітьте. Воды волосы скосили, то в курсе поймет. Это прикол. Блять, воды не попали. Ну, сейчас. Пару глоточков сделать. Чик стоять. Вода холодная, губы пошерхлепить. Все, шуруем до рідного села. До магазинчика, там я хлібинку куплю. Там їхній хліб такий білий, чорний, чи білий, серий називається. Такий хрусткий, прикольний. В таке время він должен бути свіжаком. Не вчорашній. О, по укатану взагалі бомбезно їхати. В принципі, давайте сюди, опачки. Ось цей проулок, той, що возле остановки. Встали з тролейбуса з Рогатого. І цим путем до ставочка, пікнічок. Одна хрінова, що війна у нас. Не розслабиш батони по повній програмі. У мене одразу щось не переключилось. Я думаю, що так тяжело крутить? Який то збой в сісті. Все, зараз переходимо на ту сторону. І пхнемо. Добре, Крим.
Екскурсію я вам по ставках провів, хоча з мене екскурсовод нікудишній, ну, що маємо, то маємо, правильно? Я наблотикаюся. Буде все ок. Справа ліс, ото, що, по якому ми їхали туди. Навпростець. Ну, я ж говорю, весною, літом бомбезно. Та ще й співком, взагалі, песні. Бачите, тракторець був, видно по колії. Проїхався сьогодні. Так що все на мазі. Во дворах похуже, там понятно, що ніхто не їздить, тому і жильці не будуть чистити. Хреново, що не сонячно. Так, мутно. Я даже встав, подождав, пока прийде машинка, все ще кипіть, не летів перед ним. Куди спішить? Препятствие не піддалося. Так, 15.25. Так, курс валют. Кому цікаво. У кого є що продати, купити. За жу. Жу. Так як відео вийде вечором, хочу вам побажати гарного вечора і мирного неба. Я надіюсь, ми його дождемося. Тобто не дождемося, воно прийде до нас саме.
Ну что, всем пока.